Если вы хотите, чтобы ваши уточки хорошо неслись, чтобы не было у них проблем с оперением, когда они меняют перо, выпили пиво, купили раков, креветок, неважно. Они все эти отходы с удовольствием скушают, им будет очень полезно. Они очень это любят, потому что здесь очень много белка, кальция, всех витаминов. Поэтому добавляйте в мешанку вот так вот просто, даже не стесняясь. И они с удовольствием это все съедят. С удовольствием. Не жалейте, не выкидывайте. Ну и старайтесь. Так, чтобы у них это было почаще. Смотрите, как они сейчас с охотой подойдут и будут кушать. Для них это морепродукты. Это обалденная вещь. Смотрите, с каким аппетитом они это кушают. И очень полезным для этого. Для костей, для крыльев, для яйценоскости. Главное, что все безотходно. Вы пьете пиво, а они балдеют. Приятного всем аппетита!